потолкаться. Особенно этот соперник, я думаю, кто и умеет, что только потолкаться. У нас это не как бы не мне оценивать стиль игры соперников. У нас есть свои задачи. Мы готовимся к своему чемпионату. Мы должны усовершенствовать свою игру. Интересно, конечно, сыграть у нас получается все спарринги со всеми разными как бы странами. И нам интересно посмотреть, кто в какой футбол проповедует, кто как играет. Ну, сегодня увидели регбийную команду. Как бы было интересно сыграть футбольной командой против регбийной команды. Но там, нам интересно, в свою очередь, вот этот след под глазом. Это румынский стиль или это немецкий румынский стиль? Румынский. Ну, мы, я думаю, мы свой украинский стиль тоже им показали. Еще надо их снять на камеру, что у них там после. Ну, ощущение сборов положительное. У нас тренировки все с мячом разноплановые. В этом плане интересно. Что касается делать аналитики, у нас есть тренерский штаб, состав, который будет анализировать наши игры, смотрят видео. Те, которые есть у нас ошибки, над чем нужно работать, у нас есть теория, нас собирают, все показывают. Они, тренера, нам покажут, как мы, что правильно, что неправильно делают. Вот, в общем, тренерский состав будет делать анализ. Давай вернемся в игру. У тебя был, по-моему, превосходный момент отличиться. Что там все-таки не получилось? Да не получилось, не попал в ворота. А так, в принципе, Крава классную передачу отдал. Чуть тянулся за мячом, если как раз бы бил, может, в офсайде стоял. Так тянулся за мячом, но не попал в ворота.